Всем привет! Вы на канале Intenza IT. И в данном видеоролике я попытаюсь установить Windows на Xbox, а также Xbox на ПК. А если быть точнее, возьму жесткий диск с Windows и засуну его в Xbox. И наоборот, Xbox диск в ПК. Вот он, собственно, диск с Xbox. Он имеет два вот таких вот проводка. Первый провод — это обычный SATA провод, а вот второй провод — это какой-то странный провод, для которого придется искать место на материнской плате ПК. Для ПК диска с Windows у нас есть на материнской плате Xbox SATA разъем и разъем питания. Ну и разумеется, сам процессор, который должен запустить Windows. Так, открываем первую крышку ПК, где мы будем искать разъем для подключения второго провода питания Xbox диска. Так, у нас имеется вот такой вот разъем, но он слишком толстый. Нашел я еще вот такой вот разъем, но тут всего 4 контакта, а для нашего проводка нужно 5 контактов. Но все равно попробовать стоит. И воткнуть в этот разъем нам тоже не удалось. Ага, открыл я вторую крышку, посмотрел разъемы, и там тоже ничего нам нужного не нашел. Ну вот только вся рука осталась в вмятинах. Так что придется вернуться к подключению Xbox диска в конце видеоролика. Поэтому смотрите ролик до конца. А пока мы достаем диск с Windows и смотрим, насколько они похожи с диском Xbox на друг друга. Далее, для подключения Windows диска я снял с Xbox диска переходник и надел на Windows диск, чтобы таким образом подключить его к материнской плате Xbox. Окей, начнем подключать диск. Первым делом я подключил странный провод питания. SATA провод вставил в разъем SATA. Потом уже подключил к Xbox блок питания Xbox. Корпус Xbox и диск Blu-ray обратно я ставить не стал, потому что на эксперимент это, ну, никак не влияет. Так, ну что ж, настал момент истины. И я подключаю питание к Xbox. Втыкаю HDMI провод монитора в Xbox и наконец-то включаю сам Xbox. Хорошо, Xbox включился, а кулер закрутился. И... ошибка. Я попробовал понажимать разные клавиши на геймпаде. Дальше я попробовал подключить клавиатуру. Заново включаю Xbox. Кулер по новой заработал. И опять же реакция 0. Такая же самая ошибка, которая обозначает неисправность диска. Но я пошел дальше и решил втыкнуть флешку, на которой был установщик Windows. И это все также не помогло. Установить Windows на Xbox не получилось. Но получится ли все-таки установить Xbox на ПК? Посмотрим. Чуть осмотрев Xbox диск, я понял, что третий разъем на Xbox диске тупо бесполезен и закрывается пластиком на переходнике. А это значит, чтобы подключить данный диск, нам не нужен третий провод, который мы так искали. Поэтому я просто беру и проводами, которыми я подключал Windows диск, я подключу Xbox диск. Отлично, все получилось, подключилось. Так как у меня два диска в ПК, я предварительно отключил второй диск для чистоты эксперимента. Опять же подключаю монитор к ПК, клавиатуру, мышку. И запускаю ПК. Кулеры зашумели, диск подключен и... нет сигнала, пишет нам монитор. Я попробовал переподключиться на HDMI второй разъем и тоже толку 0. И подводя итоги, я хочу сказать, что ну нельзя установить Windows на Xbox. И наоборот. Ну а вы не расстраивайтесь, а лучше пишите комментарии, ставьте лайки и смотрите мои другие видеоролики. А на этом все. Всем пока-пока.